Первые за 7 лет военные переговоры провели Южная Корея и КНДР. Встреча делегации прошла в селении Панмунджом, расположенном на границе между странами. Официальной информации о том, кто принимал участие в переговорах и какова была повестка дня, пока нет. Однако, по данным СМИ, цель встречи – снижение уровня напряженности на Корейском полуострове. Инициатором переговоров, как утверждается, был Пхеньян. Отмечу, отношения между соседями обострились на прошлой неделе, после того, как патрульные катера двух стран вступили в перестрелку в Желтом море из-за нарушений северокорейским кораблем демаркационной линии.